слово раб. Раб – работать. И ты можешь получать доход. Инвестиционный доход и активный трудовой доход. Деньги получить достаточно легко. Инвестиции – это намного выгоднее, чем заниматься бизнесом. Начни там с 10 долларов, со 100 долларов. Вот это и называется управление капиталом и риск-менеджмент. Веди учет доходов и расходов, планируй, откладывай. И четвертый шаг – инвестируй. Вообще всех ребят в моем окружении отучаю от слова «заработать». Заработать и инвестиции – это несовместимое словосочетание. Основатель компании Amir Capital. Ссылка, кстати, будет в описании к нашему ролику.